Как сообщили на совещании, коммунальные службы готовы к зимнему сезону. Техника предприятия подготовлена к эксплуатации в зимний период. На прошлой неделе завезли реагенты для очистки от снега и льда. Поэтому предприятие работает устойчиво, нарушений нет. 20 ноября Комитет по имущественным и земельным отношениям проведет аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений. Мы предлагаем три помещения. Одно помещение площадью 35,6 квадратных метров по адресу 1 микрорайон, дом 28, это бывшая гостиница «Вега». И два помещения по адресу 4,6 площадью 25,1 и 65 квадратных метров. 22 октября в 10-м доме 4-го микрорайона произошло возгорание в мусорной камере. Причина возгорания – брошенный тлеющий окурок. Благодаря оперативным действиям сотрудников САЭС-сервис пожар удалось локализовать до приезда пожарных. Обращаю внимание собственников и нанимателей жилых помещений по недопустимости оставлять, бросать тлеющие предметы, в том числе окурки, в мусорной камере. Областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были подведены итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Цель конкурса – привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов в организациях. Очень приятно, что многие организации города приняли участие в этом конкурсе, и у нас есть победители. Признаны победителями регионального этапа конкурса в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Первое место заняла Смоленская атомная станция, второе место – «Атомтранс». Безработица в городе составляет 0,65%.